На этой неделе мы в течение 2 часов посетили объекты, имеющие отношение к нашей медицине. И продолжили разговор с главным врачом уже в самом медгородке. О первых итогах и достижениях первичной медицины. Мы, в принципе, к этому давно шли. Если вы помните разговоры 17-18 года о том, что нужно первичку выделять, нужно как бы готовиться к реформе и все остальное, то все это окончательно случилось только в 2019 году. В 2019 году первичка заработала по договору с Национальной службой здоровья Украины. Соответственно, из-за этого у них изменились условия оплаты труда. У них, естественно, к ним выставляются новые требования. Да? Очень важно здесь понятие декларации пациента. У каждого доктора заключена договор с пациентом, по-другому это еще называется декларацией, по которому пациент может получить определенные виды гарантированных безоплатных медицинских услуг. Знайомтесь, це лікар з надання первинної медичної допомоги. Він вирішує майже 80% проблем із вашим здоров'ям, як і в більшості європейських країн. Мільйони українців вже обрали та подали декларації до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Їхні послуги безоплатні для пацієнта. За них заплатила Національна служба здоров'я України з державного бюджету, тобто з наших з вами податків. Якщо вам потрібна спеціалізована медична допомога, ваш сімейний лікар, терапевт або педіатр направить до вузького медичного фахівця. При цьому саме ваш лікар первинної ланки допоможе вам зорієнтуватися в системі охорони здоров'я та зрозуміти, які саме послуги вам потрібні. Він слідкує за станом вашого здоров'я під час та після курсу лікування. Сімейний лікар, терапевт або педіатр надає вам доступ до безкоштовного, гарантованого державою пакету медичних послуг. Ваш, як пацієнта, обов'язок – дослухатись до порад вашого лікаря. І пам'ятайте про перевагу декларації, ваше законне право вибору того лікаря первинної ланки, якому ви довірите своє здоров'я. Із плюсов, звісно, доктора стали отримати нормальні гроші. Да? Тобто, в принципі, у них є стимул працювати на повну силу, а не так, як раніше, вне залежності від того, скільки ти имеешь пациентов, да, сколько у тебя пациентов, ты все равно имеешь одинаковое количество. Вот, например, норма, выставленная Национальной службой здоровья Украины для семейного доктора, это 1800 пациентов. Сюда включаются и дети, и взрослые. Для терапевта 2000 взрослых. Для педиатра 900 детей. Национальная служба здоровья Украины работает только в электронном виде. И с больницей, и с доктором. Да? То есть они все видят только в электронном виде. Соответственно, нашим докторам приходится, я думаю, что это даже позитивный момент, работать с компьютерами. Углублять, да? Свои знания. Да. Углублять свои знания, включая... мы вносим, скажем так, карту пациента в электронную, все его данные. И по прививкам, и по тем диагнозам, с которыми он обращался. Также мы побывали и в регистратуре, где нет шума и гамма, нет очередей. Мы пока не можем полностью избавиться от очередей, потому что сейчас сезонное обострение, скажем так, сезонное повышение заболеваемости. И, естественно, как бы народу чуть-чуть больше. Но в основном, в принципе, мы стараемся переходить к электронной записи. То есть для этого нужно позвонить в регистратуру, если вы хотите это из дома сделать. И вас запишут к вашему доктору в электронном виде. Доктор увидит в своем расписании, что вы к нему должны прийти. Здесь же в регистратуре мы понаблюдали за приемом звонков от славучан на запись к лечащему врачу. Напомним, телефон 221-88. Все спокойно, вежливо, с занесением данных звонивших в компьютер и выбора времени и даты приема у врача. Если мы позвонили и вас устраивает время, то вы приходите в обозначенное время к своему семейному доктору и решаете свою проблему со здоровьем, с которой вы пришли. Если вдруг эта очередь электронная вас, скажем так, не устраивает, либо сильно далеко, либо у вас неотложное состояние,
и вам нужна срочно какая-то помощь, есть второй вариант. В принципе, для этого мы создали или, скажем так, сохранили пункт неотложной помощи, где у нас квалифицированный персонал, средний медперсонал, это фельдшера, которые работают с такими ситуациями. Вы можете обратиться туда, или позвонить, или напрямую прийти. Если вы не можете, скажем так, прийти самостоятельно, то тогда ваш вызов зафиксируют и приедут к вам домой. Но хочу чуть-чуть уточнить, чем неотложная помощь отличается от скорой помощи. Да? Неотложная помощь у нас работает с пациентами или на дому, или в пункте неотложной помощи. Они не оказывают помощи в общественных местах и так далее. Плюс они не оказывают экстренной помощи, имеется в виду там, при переломах, при нарушениях, скажем так, с кровообращения и так далее. Да? То есть с нарушением функции дыхания. Это все экстренная помощь. Это нужно звонить в 103. В том числе и автомобильная авария. Да. Да, да, ДТП, все, что жизнеугрожающее, это все вызываем 103. И приезжает экстренная медицинская помощь. Неотложная помощь работает с обострениями хронических заболеваний. Ну а если они уже приехали, скажем так, по вызову и увидели, что там действительно, например, инфаркт миокарда там, или инсульт, или такое вот состояние, которое жизнеугрожающие, они вызывают тогда на себя экстренную медицинскую помощь, потому что они передвигаются по городу на легковой машине, они не могут доставлять пациента в стационар. Да? То есть они оказывают помощь на месте дома или в пункте неотложной помощи. Это же касается и выходных дней, когда нужна там какая-то помощь, вы можете, пациент может обратиться непосредственно в пункт неотложной помощи. И там уже фельдшер разберется, нужно ли направлять пациента на госпитализацию, или он может оказать эту помощь на месте, дать рекомендации, и потом оставляет, скажем так, сообщение семейному доктору о том, что его пациент приходил, и уже семейный доктор решает вызывать и контактировать с пациентом дальше, то есть наблюдать его и так далее. Побывали мы и в отделении неотложной медицины, которое находится в этом же здании, где круглосуточно работают 4 фельдшера и куда можно позвонить по телефону 230-25 либо 050-97-85-646, если словечанину плохо. У него идет или подъем давления, там, или еще. Они всегда будут обратиться к нам на пункт, мы оказываем помощь и потом решаем дальше. Или если есть необходимость, их сейчас примет врач, который на смене, или мы оставляем на осмотр их семейного доктора. Пока мы в основном принимаем вызова от диспетчера 103. Он принимает, это единая диспетчерская служба для экстренной и неотложной помощи. Он принимает вызова от жителей нашего города. Уже распределяет. И распределяет между экстренной и неотложной помощью. Это очень важно, потому что мы же оказываем только неотложную помощь. Понятно. И создана для того, чтобы оказывать неотложную. А экстренная помощь, она же свои функции несет. Там и время доезда свое идет, и оказание помощи, и госпитализацию идет у нас в стационар только службы экстренной помощи. Познакомились мы и с двумя новыми врачами. Петрученко Анна Васильевна. У нас проходили интернатуру, она закончила интернатуру, пришла к нам на работу, теперь работает доктором у нас здесь в поликлинике. Все, кто не успели записаться, еще не узнали, да, к ней еще можно, пожалуйста, приходите. А еще обратите внимание, что у медсестры нет традиционной карточки, а планшет, куда она записывает новую информацию о больном. Еще один семейный доктор, Павлова Елена Владимировна. К ней тоже можно записаться и заключить договор, если вы этого еще не сделали. Здесь же мы обговорили и еще один момент. Если вы заключили декларацию с доктором, да, и он по каким-то причинам вас не устраивает, у вас всегда есть возможность заключить декларацию з другим доктором. Ви завжди можете змінити свого лікаря. Потрібно лише подати нову декларацію. Стара автоматично деактивується. Національна служба здоров'я України попереджає. Декларація важлива для вашого здоров'я. И, конечно, мы поговорили о вакцинации. Каждый доктор, с кем вы подписали декларацию, он будет с вами планировать конкретно вашу иммунопрофилактику. Да? Это касается и детского, и взрослого контингента. На данный момент вакцины у нас есть
Все. И они все безоплатные. Вот смотрите, прошел недавно слух в одном из телеканалов, я слышал, что есть проблемы с дифтерией по Украине. Да, проблема есть сейчас на Закарпатье. Да, сейчас на Закарпатье вспышка дифтерии. Поэтому мы призываем тех, кто еще не вакцинирован, вакцинироваться, включая взрослое население, в том числе, потому что риск не только для детей у дифтерии. Дифтерия у детей протекает просто более тяжело, но и у взрослых тоже она протекает, если это классическая дифтерия, нелегко. Это бесплатная процедура? Да, это процедура бесплатная. Вам нужно обратиться к вашему семейному доктору или терапевту или педиатру на осмотр, и они выдадут вам направление на вакцинацию. Флюорография, кстати, тоже бесплатная, если у вас есть договор с вашим врачом. Все вопросы с вашим здоровьем желательно решать с вашим семейным доктором. А что касается обновления материальной базы, то и здесь есть успехи. Учитывая, что у нас первичка по-другому финансируется, нам удалось значительно повысить, скажем так, материально-техническое ее оснащение. Да? То есть это касается и компьютеров. Дитячие ростомеры, да. Ростомеры, ваги дитячие, ваги доросли, потом пульсоксиметры. Это все за счет заработанных денег. Да, да. Исполком нам сейчас помогает в плане закупки оборудования и компьютеров на вторичку. Да? То есть мы готовимся к включению вторички в реформу и работой с НСЗУ. Этот процесс неотвратим, вопрос только, когда это все наступит. И, кстати, в ОПК в этот же день проходили обучение славоческие врачи узкой специализации. Мы сейчас параллельно еще проводим обучение докторов специализированных, да, с помощью обучению работы в медицинской информационной системе, потому что уже где-то с конца ноября мы планируем, что эта информационная система заработает уже и на вторичке в том числе. Дальнейшие планы еще и подключать к этому всему стационар. Поэтому здесь и доктора стационара присутствуют. Естественно, смысл всей реформы в том, что скоро все это будет только в электронном виде. Поэтому доктора должны научиться работать с компьютером. Причем первыми. Да, и в этом плане мы благодарны детской технической студии, что они нам предоставили возможность, где несколько компьютеров стоит вместе, чтобы тут можно было обучить доктора. Конечно, проходя мимо двух, скажем откровенно, брошенных корпусов нашей бывшей многоэтажной поликлиники и родильного отделения, мы увидели печальный взгляд нашего главного врача. И поняли, что это и разочарование, и боль. Но, к сожалению, время берет свое, и эти здания уже не нужны медицине нашего города. В отличие, скажем, от гордости нашей медицины, киевской амбулатории, работающей уже 13 лет. А в чем секрет? Наверное, потому что эту лабораторию хотели сохранить и врачи, и медперсонал, работающий здесь, да и сами славучане, проживающие в киевском квартале. А заведующая киевской амбулаторией с гордостью рассказала о выигранном проекте в рамках бюджета участи и о приобретениях. Мы выиграли этот проект, спасибо нашим пациентам, которые за нас голосовали, и нам выделили определенную сумму, где-то в пределах около 100 тысяч, и потихоньку занялись оборудованием нашим амбулатории. Вот, в частности, корпусная мебель. Угу. Вот эти стеллажи, которые находятся в регистратуре. Угу. Нам оборудовали двумя телевизорами. Один для пациентов, один для наших нужд. Два стола, два ноутбука, шкаф процедурный, два холодильника. То есть там прилично. Да, там еще есть ингалятор. Ну и такие по мелочи, там градусники и все такое. Еще мы ожидаем, что нас обеспечат стульями. Вот такой получилась медицинская экскурсия с главным врачом нашей славутической больницы. Дозвольте представити вам свою колегу декларацію. Декларація є документом, який надає пацієнту ряд переваг. То давайте знайомитися з декларацією ближче. Головна роль декларації – надати доступ кожному українцю до безоплатних, гарантованих державою медичних послуг. Декларацією пацієнт обирає лікаря первинної ланки, тобто сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Строк дії декларації не обмежений, хоча варто знати,
що ви завжди можете обрати іншого лікаря. Декларація дає можливість отримувати в аптеках ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» від серцево-судинних захворювань, астми та діабету другого типу. Адже саме ваш лікар з надання первинної медичної допомоги виписує електронний рецепт на ліки. З 2020 року кожен, хто має декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, отримає доступ до безоплатних консультацій у вузьких медичних спеціалістів. Декларація є документом, який надає відносинам лікар-пацієнт офіційного статусу. Лікар надає вам медичні послуги, а держава має знати, що саме в цей медзаклад необхідно перерахувати кошти за ваше медичне обслуговування.